приехали в городочек. Разрисовали. Первый раз такое вижу. Что здесь нельзя снимать, фотографировать. Франции можно снять за 53 евро. Привет всем, мы приехали в городочек, называется Со. Пишется Солоты по-французски. Вот. Сейчас мы идем в центр города самый. Вот уже, видите, кафе. Вот здесь. Там будет красивый панорамный вид потом. А тут продаются сувениры. Видите, все в стиле Прованс. Да, вот кафешка Век называется. Терраса есть с другой стороны. Так, пойдем прямо. Да, прогуляемся с вами. Прямо. Вот и Свиваль, магазин маленький. Он, по-моему, закрыт. Да, он закрыт почему-то, продуктовый магазин. Вот такой проход. Ух ты, интересный какой. Сейчас мы пойдем посмотрим. Вот, смотрите, как интересно разрисовали. Первый раз такое вижу. Вот, с другой стороны тоже. Красиво украсили. Ни разу не видела такое во Франции. О, и мы вышли к площади возле церкви. Тут тоже продают текстиль, видимо. А, ну тоже сувениры разные. А вот это что у нас тут? Флаги висят. Узнаете? Тоже сувениры. И вот на площади кафе, как обычно бывает во Франции, возле церкви на площади кафешечки, террасы. Тут готовится сцена, наверное, будет фестиваль. Хотя еще рано будет тут фестиваль лаванды 15 августа. Но, судя по баннеру, может, они к этому уже и готовятся. Вот там уже опять такой сувенирный магазин. Тоже в цветах лавандовых весь. Сейчас пойдем посмотрим. Кстати, мы вчера снимали на поле лавандовом. Буквально это был последний день цветения. Нет, не цветения, последний день, в общем, жизни этого поля. Сегодня его срезали, ехали мимо. В башне тут люди живут. Это еще частная собственность. А, это фонтан. Вот церковь. Сейчас посмотрим. Историческое здание. Красиво. Стиль уже другой здесь. Не как у нас в Альпах там. Можно зайти посмотреть. Это тоже Нотр-Дам-де-ла-Тур. Вот будет какой-то праздник 23 июля. Фет де ля Оли. Ля Йоли. Честно говоря, не знаю. Это может быть... Честно, не знаю, что за праздник. Церковь.
свет включился. Объявления нет уже, что здесь нельзя снимать, фотографировать. Так что можно. Такая простая, каменная, но видно, что старая. О, там это нету чему-то лица. Кстати, во всех католических церквях, как заметили, стоят лавочки. Здесь они сидят всегда во время службы. Вот видите. Ладно. Идем, спустимся немножко по этой улочке, и там будет красивый у нас вид. Сейчас покажу вам. Тут видите, как наросло красиво. Отсюда открывается красивейший вид. Тут еще есть поля, которые они срезали, лаванды. Вот они такие сиреневые. Очень красиво. Вот тут, смотрите, провода, как они провели. Без столбов нет. Просто по домам пустили. А вон, смотрите, какая кошечка лежит. Смотрите, тут кошечки отдыхают на пороге. Сколько их тут много. Тут еще не все. Вчера мы видели штук 5 их. Какие.
фрапучино с кофе. И вот это вот какое-то специальное. Ничего. Ну что-то там накручено шоколад, мороженое ванильное, сверху посыпано всем этим вкусненьким, хрустящим шоколадом. Вот. Как молочный коктейль. Мы на платной дороге остановились на таком, как сказать, зона отдыха. Тут и магазины, и можно в микроволновке разогреть еду. Можно покупать ее и разогреть, а мы придумали лучше. Мы берем в магазине подешевле, потому что здесь дороже стоит. И разогреваем в микроволновке, и тут есть специальные места, чтобы покушать. Вот мы сейчас будем здесь есть. И вот... Что я делаю? Занимаюсь в тренажерном зале. Нефть заряжаете. Ну, как будто. Здесь вот крутишь педали, и телефон заряжается. Здесь вот, видите, мощность. Если я кручу быстрее, все загорается. Если медленно кручу, но так, половину. Вот так вот. Сейчас я вам покажу, что во Франции можно снять за 53 евро за ночь. Итак, рум-тур. Столик со стулом. Одна кровать. Раковина с маленькой урной. Зеркалом. Окошечко. Телевизор. И еще один стул. И еще вот есть здесь. Еще здесь есть вот такой старый кондиционер. Нам нравятся такие открытки старые, красивые. Здесь еще есть, кстати, СССР где-то открытка. Найдете открытку СССР? И вот кондиционер. А туалет с душем это общий, в коридоре нужно идти мыться и в туалет. Поэтому за такие деньги можно снять вот такую себе комнату в гостинице. Номер. И вот эти общие туалет и душ. Вот такой вот здесь душ. Сейчас покажу вам. Видите? Ну так все чисто, нормально. Но я все равно не очень люблю мыться в общем душе. А туалеты заняты. Видите, горит красная кнопка. Вот так выглядит отель сзади. Это называется F1 отель. Самый бюджетный вариант. Один из бюджетных. Вот парковка. Тут закрывается вечером, ночью. Написано, что есть камеры. Вот они. Сейчас мы едем в Кальви. Корсиканец опасный. Надеюсь, он не будет стрелять.